Всем привет! Вас приветствует гипермаркет колясок и автокресел компасик.ру. Сегодня на нашем обзоре коляска польского производителя Indigo. Модель называется Broca Eco. Такая вот моделька. Полностью сделана из эко-кожи. На люльке присутствует накидка на ножки. Накидочки есть вот такой вот кармашек. Туда можно положить всякую мелочь, телефон, ключи, ну, все что вам угодно. Есть вот такой вот ветровичок, который можно вот так вот зафиксировать. Окошечко для того, чтобы вы смотрели за ребенком. Есть еще вот такой вот отворот на самом капюшоне. Он тоже защищает от солнца. Его можно в случае необходимости вот так загнуть, если мало ли он вам будет мешать. Люлька пристегивается с помощью вот таких вот кнопок. Можно отстегнуть одну сторону, вот так отклонить, и в принципе ребенка может положить спокойно. Капюшон откидывается с помощью двух кнопок. Они спрятаны под тканью с внутренней стороны. Вот они. Опускаем. Внутренняя обивка достаточно мягкая, плотная. Присутствуют также два кармашка с одной стороны и с другой. Матрас плотный, холофайбер и кокос. Дно у люльки полностью пластиковое. Подголовник поднимается с внешней стороны люльки. Чуть позже покажу как. Обивка снимается вся по периметру полностью. Вот. Люлька из цельного пластика летая. Капюшон можно поднять без нажатия кнопок. Вот так вот. Также присутствует дополнительное такое вот окошечко с москитной сеточкой, с помощью которого можно сделать капюшон чуть подлиннее. Вот так. Сейчас я вам покажу размер внутренней люльки. Длина по матрасу 69 сантиметров. Ширина 34. И глубина от матраса до края борта 20 сантиметров. Люлька снимается с помощью крепежей OneTouch. Вот такие вот кнопки. Можно, в принципе, ее снять с одной стороны, вот так вот приподнять, с другой и одной рукой за ручку взять, которая встроена в капюшон. Как я говорил про подголовник. Вот этот барабан, на него нужно надавить и крутить, и подголовник будет подниматься. Вот. Колясочка у нас состоит из двух частей. Это люлька и прогулочный борт, который можно поставить как к себе лицом, так и от себя. Вот так вот выглядит прогулочный борт. Капюшончик можно удлинить точно так же с помощью вот такой вот сеточки москитной. Это летний вариант такой. Если это зима, весна, осень, дожди, то вот. Вот так вот. Закрываем. И здесь есть ответная петля. Мы ее делаем. Вот оно вот так вот будет. Вот так. Накидка на ножки входит в комплектацию. Она вот достаточно глубокая, толстая. Тоже из эко-кожи. По
подножка выполнена из эко-кожи. Поднимается с помощью кнопок с двух сторон. Вот до такого положения. Опускается точно так же. Дополнительная подножка уже для более взрослого ребенка. Подъем спинки осуществляется просто толчковыми движениями. Все, вот это сидят будет. Есть межпаховый вот такой вот ограничитель. Бампер снимается. С одной стороны можно снять. Откинули, посадили ребенка и обратно его пристегнули. Пятиточечные ремни также присутствуют. Есть накладочки, они мягкие. Здесь тоже не будет ничего давить, потому что эта накладка тоже достаточно мягкая. Опускается спинка с помощью вот такого вот рычага. Тянете наверх и опускаете. Вот так. Теперь мы с вами посмотрим внутренние размеры прогулочного блока. Так. 82 сантиметра. Ширина. Снимается прогулочный блок точно так же, как и люлька. С одной стороны приподняли, с другой и сняли. В комплектацию также входит сумка для мамы. Достаточно стильная, кармашек. Опять-таки, тоже для мелочей. Застегивается с помощью магнита. Есть также внутренняя молния. И посмотрим, что у нас внутри. Это дождевик. Книжка по эксплуатации. Москитная сетка. Один большой карман и два маленьких. Теперь давайте рассмотрим шасси. Ручка из эко-кожи. Колеса не надувные. Вспененная резина. А посередине тормоз. Видно такой лодочки. Передние колеса фиксируются. Нужно просто повернуть барабан. И по ходу движения колеса сами встанут на место. Вот так. Выехали на ровную дорогу, повернули против часовой стрелки и поехали. Корзина закрытого типа, достаточно глубокая. Колеса снимаются тоже легко. Задние с помощью вот таких вот красных кнопок нажали, сняли. Передние сверху кнопку нажали, сняли. Складывается шасси вот таким вот круговым движением. Вот так. Здесь кнопка. И вот так. Достаточно все компактно. И раскладываем. Все до щелчка. У нас в обзоре была коляска польского производителя Indigo. Модель называется Broca Eco. Всем до свидания, до новых встреч!